Здравствуйте. Добрый вечер всем, девчонки, мальчишки. Вот это вот марка итальянская. Посмотрите, вот это пальто, вы знаете, сколько стоит, из кашемира. С цигейковой норкой. Цигейка, да, называлась в советское время, воротник такой. Я сама была в шоке. Мы сегодня с хирургом тусуемся. Корнелиани. Стоило 8000, сейчас 4800. Может, лучше Лора Пиано тогда взять? Черный. Вот эти вот тоже кашемировые, по-моему. Прям такая это качество. Посмотрим, сколько стоит. 195 евро стоят брюки. Стоили 325. Вот такие вот очень модные в Италии. Помните, у нас такие носили на фабрику в советское время? Такие. Это вот чисто мужской магазин, бутик мужской. Хирург выбирает себе пуловер, брюки. А я пока сниму для вас, для мужчин, эту марку, такую очень дорогую. Мальчишки, все для вас. Все цвета. Все, и вот это вот лана, наверное. Это шерсть, да, видно, что это шерсть. Интересно, шерсть сколько у них стоит. Если кашмир у них стоит почти 5000, 990 стоит. Да, цены, конечно. Я, если честно сказать, первый раз вхожу в мужской магазин. Я надела жилет сверху, пальто. Вот всех цветов ботинки и туфли, да, называются лакированные. Я терпеть не могу лакированную обувь. Всем привет, от Джасминки и Витаминки. Но больше всего мне нравится вот этот вот русский колпак. Всем пока. А, еще тут ремешки всякие есть. Из крокодилов, да? Из крокодиловой кожи, что ли? Да, по-моему, настоящий крокодил. И всякие такие шарфы есть. Thank you.